Масленица для вас это что? Масленица это символ солнца, символ весны и праздника. Обязательно печем блины и всегда отмечаем масленицу. Поедание блинов, конкурс саней и конные скачки ценных пород лошадей, в том числе орловских рысаков. Программа «Масленицы» насыщена и разнообразна. Пока дети с восторгом катались на печи с Емели и сказки, взрослые танцевали и подпевали творческим коллективам. А также туристы проверяли свою точность и логику в игровой зоне от постоянных партнеров фестиваля компании «Бочкари». Такой размах, он делается полгода. То есть полгода кропотливой работы, мы там баннера, артисты, все согласование, парковки, кто ест, куда идет. На площадке мы работаем неделю. Неделя идет застройки, потому что большие объемы и площадь, и реквизита очень много. То есть вот у нас там постепенно, так скажем, первые люди заехали неделю назад. Время от времени все согревались горячим чаем. Его разливали из самого большого в России самовара объемом 415 литров. Самовар доставили на фестиваль аж из Свердловской области, то есть Урала. Но это не единственный рекорд сибирской масленицы. Его организаторы установили на площадке подворья самый большой 11-метровый столб в России. Покорился не всем смельчакам, но тех, кто добрался до вершины, ждали приятные сюрпризы. Их участникам подготовили десятки алтайских предприятий-производителей, в том числе и давние друзья фестиваля компания «Бочкари». Из года в год она выступает одним из главных генеральных партнеров сибирской масленицы, поскольку на предприятии чтут народные традиции и призывают сохранять культурные ценности России. Бочкари ответственно подошли к подаркам для гостей. В игровых зонах туристы получали различные напитки от компании, а также предприятие выделило денежный приз в забеге русских троек. Попробовали уже много всего. Блины, мясо. Все очень вкусно. Как? Посмотрели скачки. Как скачки, кстати? Ну, выиграл конь под именем Добрыни. Ставку делали? На Добрыню. Очень весело, прикольно все, все веселятся. 16-я сибирская масленица собрала порядка 30 тысяч человек. И это только предварительные данные. Число гостей, съеденных угощений и разыгранных призов организаторы еще подсчитывают. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.